наконец-то pH-метр. Вот пришла мне посылочка. Так, это порошки для калибровки. Это сам приборчик. Калибровочная отверточка. Вот включается. Сам электрод опускается и меряется pH. Что у нас здесь написано? Уровень измерений от 0 до 14. Погрешность 0,1. Вот так вот надо опускать воду и замерять pH. Ну, сейчас попробую с под крана воду замерить. Вот обычная вода с под крана. Ну, опускаем. Семь и шесть. Ну вот, уже больше щелочная. Теперь попробуем воду с под осмосом. Водичка после очистки осмосом у нас. Посмотрим, сколько она по pH. Играет в пределах 6,6-6,8. Вот опустилось 6,5. Вот отличная вода для пивоварения. Отличная вода. И вот еще один тест. Вода бутилированная, газированная. Наша роганская вода, которая продают в бочек газом. Посмотрим. О, 5,3, 5,2. Ну, по ней и чувствуется, что она кисловатая, с углекислым газом. Ну что, приборчик нормальный, работает. Буду пользоваться, замерять pH перед затором, сам затор. Вот. Как раз проверю показания, результаты, которые написаны в книге у Глуховского и Главачика, что солод сам понижает сам по себе pH воды на 0,3-0,5 единиц. Значит, а идеальное показание pH для затора, для светлых сортов, надо 5,2, 5,3, 5,4, вот так вот. Для темных сортов от 5,4 до 5,6. Это идеальное будет. Вот. Значит, если учесть, что солод 0,3-0,5 понижает, значит, нам надо где-то шестерку вот так вот, чтобы была вода перед засыпью. Так что будем мерить, будем добиваться идеального пива.
Калибровать, я думаю, не буду, пускай останется. В принципе, для домашнего пользования очень даже ничего, в пределах нормы. Буду пользоваться. Кому интересно, стоит, купил я 210 гривен его. Небольшие деньги, но вещь для пивовара полезная. Ну, все, пока.